Около 420 шаров с пластиковым и бумажным мусором КНДР запустила в сторону Южной Кореи. Это уже 13-й подобный запуск с мая текущего года. В общей сложности утром 5 сентября около 20 воздушных шаров опустились на землю на северо-западе Корейского полуострова в южнокорейской провинции Кёнги. Власти КНДР заявили, что такие послания Южной Кореи – это ответ на частое разбрасывание агитационных материалов и других предметов в приграничном районе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.